Смотрите, мальчишка мой молодец, соблюдает все правила. На велике он, доставка. У нас в Каменогорск, конечно, не особо, в Алматы, вот там я видел, там вообще они, конечно, сумасшедшие доставщики. Вот смотрите, он еще молодец, останавливается прямо. Зимой на велике. Ну, спортсмен, да. Зимой на велике попробуйте, это не шутка. Вот в Алматы, да, там они, конечно, на мотиках, на электровеликах, на электросамокатах вот этих. Кстати, во Франции, по-моему, сейчас принимают закон о запрете вообще движения электросамокатов в черте города. Я думаю, за Францией, мне кажется, потом остальные все. Потому что вот эти самокатчики, они создают конкретную угрозу. У нас, слава богу, их нету, а вот в Алматы их дофига. Я посмотрел, они реально, они могут и подрезать, и между машин. Вот смотрите, какой молодец. И между машин. Респект. А это как говорится? Астана. Астана.